В Барнауле от удара током погиб 6-летний ребенок. Трагедия произошла в районе ВРЗ. По информации Следственного комитета, мальчик играл на улице во дворе частного дома и задел металлическую конструкцию, которая была под напряжением. В результате ребенка мгновенно убило током. Предварительно установлено, что причиной смерти стал неправильный монтаж электропроводки, который ранее осуществлял непрофессиональный электрик. По факту гибели ребенка алтайские следователи возбудили уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за гибель ребенка. Подробности трагедии расскажем в вечернем выпуске новостей.